В это сложно поверить, но завтра дневная температура окажется ниже, чем в ночные часы. Подробнее прямо сейчас. Здравствуйте, с вами Кристина Смирнова. Информация предоставлена Центром ФОБОС. Во вторник через юг Тюменской области пройдет маршрут активного циклона. Его будут сопровождать снегопады и метель, но если ночью регион окажется в теплом секторе этого атмосферного вихря, то днем начнет прорываться арктический воздух. Так, 9 ноября в Тобольске облачно, кратковременный снег и метель. В ночные часы минус 12 градусов, после полудня минус 13. Вышами переменная облачность, временами снег. Под утро минус 8, днем ожидается 12 градусов ниже 0. В Заводоуковске малооблачные осадки, после полуночи до минус 6 градусов, днем столбики термометров опустятся до минус 9. В Ялуторовске схожая погодная ситуация, пасмурно и снег с метелью. Ночью прогнозируют минус 7 градусов, дневная температура составит минус 10. В Тюмени переменная облачность и кратковременные осадки в виде снега. В ночные часы минус 8 градусов, а днем температура воздуха составит минус 12. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду.